сегодня будем снимать вот этот дом. Смотрите, в каких он сейчас трещинах. Это офигеть. Вот, да, вот нет, вижу, окно выломано. Тут вроде нормальные окна. Тут все потресканы. Так. Тут все вон как выломано. Дом очень старый. Здесь окно открыто. Так. Вон ничего не видно. Значит, живут. Так, пошли. Уже они. Сейчас покажу. Уже они готовятся к новому году. Потихоньку. Так. Не знаю, честно говоря, сколько тут человек живет. Так, пошли к этому. Что вообще нормально? Ну, вроде все нормально. Подожди. Сейчас посмотрю. Макс, там 2000. Там лежат, они не были. Вон, да. Они порваны. Вот они. Офигеть. Стой. Да. Да. Только это квартира, как мы туда зайдем-то? Она закрыта. Прикол там. Кто их бросил, интересно? Ну, во-первых, она сейчас, не знаю. Офигеть. Там что? Что, давай к тому окну зайдем. Так, там что? А там все вон разрушено, все. Да, офигеть. То же самое, в принципе. Все разрушено, там зеркало стоит. Разбитое зеркало нельзя смотреть, если там разбитое. Вот именно. Ну, она разбитая. Так, там у нас вход. Выглядит очень страшно. Непонятно, как ходить. Дверь очень. Ребят, мы туда не пойдем, потому что там вызывает полиция, что ты зайдешь. И все. Всем да. Пока. Мы уже знаем, это опасное место довольно. Давай еще окна посмотрим. Все тут разрушено. Вот. Я не знаю, как они ночуют тут, потому что к ним их могут выселяют. Просто залезть. Да, их выселяют. Дом разрушенный и очень страшный. Все, всем пока.